Доброго времени суток всем, кто нас смотрит. Вы на канале Like the Round Mix. И мы приглашаем всех продолжить с нами весеннюю прогулку по левому берегу на Венецианский остров, более известный среди киевлян и гостей столицы как гидропарк. Мы посмотрим расположенный там музей под открытым небом «Украина в миниатюре». Напоминаю, что двигаемся мы туда пешком через Русановский метромост, видео о котором есть в первой части нашей прогулки. Ссылочка на экране и в описании. Музей расположен совсем недалеко от спуска с моста по направлению к Венецианскому проливу. Этим проливом Венецианский остров отделен от соседнего исторически известного Долобецкого острова. Много веков назад это была единая с левым берегом территория, в XI-XII веках она считалась нейтральной, и князья Киевской Руси собирались возле легендарного Долобского озера для ведения переговоров. Прямо возле спуска с моста справа мы обнаружили интересную, укрепленную большими камнями и заросшую дамбу. Но сегодня мы не отвлекаемся от посещения музея. Мы здесь впервые, поэтому сделаем обзор его территории и экспонатов, а потом обязательно поделимся своими впечатлениями, полезной информацией для посещения этого музея, ну и, конечно, очередными загадками. Итак, вначале о музее. Открыт в 2006 году и первоначально имел название «Киев в миниатюре». Представлял макеты архитектурных и исторических сооружений, значимых для столицы. К 2012 году были добавлены макеты замков, дворцов, храмов, относящиеся к другим областям Украины. И сложилось сегодняшнее название «Музей-парк Украина в миниатюре». Сейчас в музее представлено более 50 макетов, окруженных декоративными растениями и имеющими собственное миниатюрное население в виде мини-фигурок людей той эпохи. Естественным и удачным фоном, антуражем смотровой площадки являются живописные виды двух проливов и архитектурное разнообразие левого берега. Музей открыт для посещений, вау, круглый год! Для сегодняшних карантинных ограничений это хорошее обстоятельство. Ну и, конечно, не только сегодня. И пока мы на входе, еще немножко полезной информации. С 1 марта по 1 октября время работы по будним дням с 10 до 19.00, а по выходным и праздничным на час дольше до 20.00, и вход прекращается за полчаса до закрытия. Холодное полугодие 1 октября по 1 марта музей открыт все дни одинаково с 10 и до 5 часов вечера, что и понятно из-за короткого светового дня. Направление движения осмотра от входа никак не зафиксировано. Вперед отходят несколько дорожек, и у нас глаза разбежались. Мы выбрали направление ближе к воде. Здесь великолепная фотозона. И первый макет из нашего осмотра, как вы уже увидели на информационной табличке. Здесь они установлены возле каждого экспоната. Это миниатюра Свято-Покровского женского монастыря, оригинал которого находится в Киеве по адресу проулок Бехтеревский, 15, и построен был в 1889 году архитектор Николаев. Очень необычное впечатление сразу, мы себя чувствуем не то великанами, не то дронами. Разглядывать архитектурные достопримечательности Киева с такого ракурса нам еще не доводилось. Ну и понятие миниатюра, сравнивая с нашим ростом, весьма относительно, потому что здесь есть макеты совсем небольшие по высоте, а есть превышающие человеческий рост. Необычность и новизна такого зрелища нас задержала возле первого макета, и разглядывая купола сверху, продолжим полезную информацию на тему цены. Стоимость взрослого билета этой весной 100 гривен. Для школьников, студентов и пенсионеров при наличии соответствующих документов
Цена входного билета 50 гривен, а деткам до 6 лет вход бесплатный. Мы уже перебрались с вами ко второму, очень светлому, нарядному, воздушному макету такого же сооружения. Это Андреевская церковь. Макет не маленький, смотрится очень эффектно и гармонирует с голубыми цветами воды и неба, поэтому можно фотографироваться возле него в полный рост, будут очень красивые снимки. Единственный нюанс – детали нижней части и лестница после снежного зимнего воздействия находятся на реконструкции. Но макет оставлен в экспозиции, и нас это радует. Есть возможность посмотреть такое удивительное сооружение во всех деталях и со всех интересующих нас ракурсов, ведь не зря здание Андреевской церкви занесено в каталог «Тысяча чудес света». Шедевры человечества пяти континентов, изданное в 2002 году в Германии. И здание внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом шедевре Киевского подола можно рассказывать много удивительных, интересных фактов. Мы это сделаем обязательно в следующих видео. А пока мы переходим к макету не менее интересного, но современного строения. Это здание было построено с 2002 по 2011 год в Киеве на улице Никольско-Слободской. Это Патриарший собор Воскресения Христова и в какой-то мере фишка музея миниатюр. А все потому, что прототип макета, оригинал здания этого собора, можно увидеть прямо с территории музея миниатюр. И мы разглядывали его, когда добирались по Русановскому метромосту. Вот так это выглядит, макет и реальное здание собора. Еще одна интересная возможность. На небольшой территории компактно расположены абсолютно различные по расположению и дате постройки и архитектурному стилю сооружения. И при этом, когда на территории музея они рядом, неимоверная схожесть их бросается в глаза. Конечно, не буквальная схожесть, а как будто два человека, одетые в абсолютно разные одежды, но это похожие люди. Мы говорим сейчас о макетах православной церкви 18 века Андреевской и новом греко-католическом соборе Левого берега. И вот мы думаем, что краткое впечатление о музее миниатюр уже вполне можно составить, чтобы не забирать эффект новизны для тех, кто решил его посетить самостоятельно. В этом видео мы не продолжим осмотр интересных макетов, а для тех, кто все же путешествует только с нами, свои впечатления, загадки и ребусы продолжим в следующем видео. Оставайтесь с нами, всем пока-пока!